Dude, Russian state media hits different. Like, this isn't shit from CNN trying to spin a narrative to you. This is Russian state media spinning a narrative to their people. I'm going to show you a clip of what they're just now saying. Because, look, it's 4 minutes, okay? Now, hold up. Before you scroll, it's 4 minutes because I kept wanting to cut it down and cut it down. But it just kept getting crazier and crazier. The things that Russian officials are saying on official Russian news about us and World War III. And by the way, apparently, we lost World War II, apparently. You'll hear that partway through the video. Watch this clip. I'll spare you of coming back because it's already 4 minutes. It's a long TikTok, right? Hit like for that. But then we can talk about it in the comments instead of coming back after the clip. But go ahead and watch the whole thing and sit down. Because it's wild. Ну, не Посейдоном единым-то. О, да. Живы. Мы с вами и наша российская армия. Это циркон, кинжал. Представляете себе вот 50 мегатонн, который несет циркон. Сразу приходят на память слова героя, сыгранного Армена Джигарханяна. Помните, место встречи изменить нельзя. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах. Им бы об этом задуматься вы сначала. Ведь не только выдающийся российский военачальник, но и государственный деятель, занимающийся в Госдуме, ну, важнейшую должность, комитет по обороне. Вот почему мы не скажем прямо, что не просто абстрактные красные линии, да, а что поставки тяжелой бронетехники мы воспринимаем как участие этих стран в конфликте вооруженном против России. Они становятся стороной конфликта. Исходя из этого, мы оставляем за собой право отвечать на всю глубину их территории ударами по военным объектам, на которых находится либо подготавливается техника, планируемая для поставок в зону военных действий. Давайте кстати, хорошая формулировка. Можно формулировка хорошая, но давайте мы не будем подсказывать нашему верховному главнокомандующему. А почему же нет? Что? Нет, это же не значит, что верховный главнокомандующий должен этим воспользоваться. Конечно, но он идею, должен, когда надо, может, он воспользуется. Я без сомнения. Все мы делаем абсолютно правильно. И нет сомнений никаких. Нет сомнений никаких, что вот эта самая прелюдия к Третьей мировой, она будет с Западом проиграна так же, как проиграна Вторая мировая. А победа абсолютно она где? Так же. А победа, она... Нет, просто вот где эта грань победы? И то, что сейчас делает Запад, он по большому счету передвигает наше представление о границах, где мы говорим, да, мы достигли границы, это победа. То есть они ведь нас заставят, ну, как я с ребятами говорю на передовой, у них подход простой. До большой лужи надо идти. Если понадобится, то и за. Значит, наша победа будет там, где остановится русский солдат. А где он остановится, он оттуда уже никогда не уйдет. Это значит, что нам надо переходить в какой-то другой регистр. Притом не только внутри страны, но и создавать свою международную коалицию. Уже жестко объявлять наше видение победы. Жестко объявлять, каким мы видим мир после нашей победы. Нам уже необходимо работать вот, серьезно и крайне жестко. То, что нам необходимо работать серьезно, это никаких сомнений ни у кого не вызывает, и мы это уже делаем. И это ощущают на себе не только солдаты и наемники из натовских стран на Украине, солдаты ВСУ. Это уже на себе ощущают и их идейные наставники, и те, кто себя считает лидерами этих самых западных стран. Пока в относительном спокойствии еще сидит только господин Байден, потому что, как обычно, думает, что за океаном отсидятся. Вот эти ребята уже не отсидятся нигде. Но нигде они не отсидятся, понимаете? Ведь история, она повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, а второй раз в виде фарса. Вот этим самым фарсом для коллективного Запада уже попахивает. Они как крысы разбегутся, когда запахнет жареным совсем. Когда их задница, извините за непарламентское выражение, начнет припекать так, что вонять будет. Когда они все соберутся и по очереди объявят войну своему бывшему сюзерену и примкнут к тому, кто сильнее. Не тот, кто прав, они это не понимают, а только к тому, кто сильнее. Россия сильна. Что касается их...